Я бы начал с Обамы, наверное. Я вообще считаю, что удивительная ситуация абсолютно насчет президента Обамы. Не знаю, насколько он президент. Впечатление, что он такой, как называется, спичрейтер, да, по-моему. Вот. И складывается впечатление, что он точно чужими устами, что называется, своими устами абсолютно чужие вещи говорит. Мне абсолютно кажется, что он мало что решает вообще на сегодняшний день. Как президент, то есть на него есть некие серьезные рычаги и давление, и влияние. Ну, опять же, вспоминая их разговор с Ангелой Меркель, когда он сказал, что ваш телефон не прослушивается, я вам обещаю. Ну, это, опять же, некая характеристика Обамы. Ну, не говоря уже, в общем-то, о сирийском конфликте, скажем так. Что касается Владимира Владимировича, я считаю, что его позиция однозначно правильная и понятна. И до Обамы скоро не будет. В перспективе президентом я его больше не вижу. Однозначно. И даже некие американские наши товарищи обсуждают, что там, в общем-то, все понятно с Обамой. Многих очень расстраивает, как так вообще, черный президент. Многим непонятно. Говорят, это только в кино.